В САФУ сегодня начала работу приемная комиссия. Подача документов лично или в электронном виде через кабинет на сайте университета, который позволяет приложить сканы всех необходимых документов. Приемная комиссия работает по принципу колл-центра. Сотрудники связываются с абитуриентами, в том числе из-за рубежа. Кстати, иностранцы вступительные экзамены сдают дистанционно. Университет за прошедший год, за 20-й, получил лицензии на такие направления подготовки, как магистратура, это 12.04.01, биотехнические системы, поэтому объявлен платный набор. Мы возобновляем набор на направление специалитета 23.05, это механики, то есть сейчас переориентируют с бакалавриата на специалитет, и мы возвращаем эти наборы. Среди новшеств – появление морского рыбопромышленного техникума, который будет готовить специалистов, в том числе для нашего региона.